Транспорт и логистика – основные направления развития Приморского края в новых экономических условиях. Вопросы расширения пропускной способности железных дорог в связке с портами обсудили на сетевом совещании по вопросам взаимодействия РЖД с органами государственной власти и институтами гражданского общества. Железнодорожники уже ведут масштабную работу по расширению узких участков, строительству новых путей, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяка. Для нас, безусловно, важно сочетание возможностей работы и оборота грузовых портов с возможностями железной дороги. Сегодня мы видим, что сложилась такая ситуация, разворот на восток уже существенным образом сказывается на пропускной способности Транссиба, и необходимо предпринимать различные мероприятия, может быть, даже более расширенного масштаба, чем сегодня ведет компания РЖД, в силу того, что время пришло такое, и упускать его нельзя. Сегодня только доходы государственного бюджета от перевалки всех грузов, от оборота, составляет по таможенным платежам практически 1 триллион рублей. При таком грузообороте, с увеличением его в 2 раза, мы сможем добиться 2 и выйти на 3 триллиона. Это серьезные очень деньги.